Привет, ребят! А я вам хочу напомнить, что осталось совсем немного времени до ретрита, до глубинного ретрита, который будет в Сочи. Да, это вот такие вот великолепные места, и не только. И, конечно же, это будет последний ретрит в этом году. И если кто-то хочет именно в этом году осознать то, что у вас происходит в жизни, понять, почему у вас не происходит то, о чем вы так долго мечтаете, почему вы не живете той жизнью, которой вам хочется, что вообще происходит с вами, с таким осознанным, с таким здоровым, с таким великолепным человеком, что вы вроде бы все в себе уже проработали, сами можете других прорабатывать, сами уже великолепные психологи, коучи, энергопрактики и много-много всего, но у себя не получается проработать в какой-то момент. И если у вас есть сомнения, то не сомневайтесь. Входите в Новый год обновленным. Вы знаете, что это такое. И это не то, что реклама меня, а это возможность вас. Всегда, если к вам приходит какое-то осознание, если к вам приходит какой-то посыл, если к вам приходит какое-то видео, это ваше видео, это ваш посыл, это ваша возможность, значит, вы к этому готовы. И если вы в очередной раз убираете свою готовность куда-то подальше и говорите, что ну это не сейчас, это потом, это я уже проходила, это еще что-то, но у вас так и жизнь проходит. Берите то, что вам дает жизнь, это ваша жизнь. Это ваши знаки, это ваши посылы, это ваши возможности, это все ваше. Что вам нужно сделать? Это брать. Ну и, конечно же, увидимся на ретрите в Сочи с 18 по 22 октября. Ну а если вы готовы идти дальше, то после 22 октября сразу же мы уезжаем на Красную Поляну. И там у нас будет перезагрузка, не ретрит. И там будет проживание нового вас в новых вибрациях под моим куполом. Я вас жду.